Синее море. Внимание! Обследовать район 35. Курс 002. И далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными. Там за туманами берег наш родной. Черт! Ждать, ждать! Чего ждать? Как ни по-дурацки это прозвучит у моря погоды! Вань, даже не думай! Я своими ребятами рисковать не позволю! О, легок на помине! Ты в своем уме! Что ты говоришь? Ждет Севастополь, ждет Камчатка, да ждет что там глубина? У вас аборт лап в лепешку размажет! Нет, ты слышишь, попробовать он собрался! А если не получится, а? За вашу смерть кто будет нести ответственность? Давай! Я не буду! Наука в кремень. Не в таких передрягах было. Ну что они там? Уже должны были доложить. Да погоди ты, Иван. Сам же знаешь, время нужно. Павел, Павел! Я тебя не слышу! Связь порвалась, Павел! Кумер, отвечай, Кумер! Кумер, отвечай! Следующий! Чё раскорячился? Повернись спиной. Наклонись. Трусы спусти. Майкл? Джон? Ну что, доктор, как там? Ну, Сергей Николаевич, роды проходили сложно. Вы же сами знаете, что организм вашей жены был ослаблен в результате сложной беременности. Я не понял, роды закончились или нет? Ну. Успокойтесь, у вас мальчик, 3200, он жив. Алло. Подождите, Сергей Николаевич, туда нельзя. Что, обалдел, что это моя жена?
прошу обратить вас внимание на людей, которых я указал в этом списке. Господи. Если бы я знал. Если бы я только знал. Я всех вас прошу, мужики. Сделайте. Сделайте все возможное. Поймите, мне необходимо знать, почему. День добрый. Добрый. В общем так. Вас там не было, а я там был. И я считаю, нужно арестовать хирурга. Что, терпение? Они угробили мою жену, чуть не погиб ребенок, и вы мне говорите про терпение? Ладно. Отлично. Кстати, а почему вас плечом зовут? Ужас, как ядовит. Ясно? Ясно. Ладно. Звоните, если что. Благодетели. Тихо! Ты в угол! Я свой на угол! Тихо! Убери меня, блядь! Уберите этого психа! Ты понимаешь, что ты натворил? Сядь и успокойся! Она это все в моей жизни! Аллочка, это все, что у меня в жизни было. Главное, мы так мечтали об этом ребенке, мы так ждали его. И вот первый раз, когда все шло хорошо, она так и не увидела сына. Ну чего ты стоишь? Уводи. В глаза мне посмотри, гаденыш! Сможешь жить теперь с этим, а? Молчишь. А придется.